Мне кажется, все, что связано сейчас с Украиной, ситуация там не очень хорошая, и боюсь, как бы не на десятки лет они как бы отстали назад. Вот. Пожелать им хочется удачи, хочется пожелать им самое главное здоровья, терпения и, собственно говоря, чтобы был там мир. Хочется, чтобы там все-таки воцарил мир, потому что сейчас как бы там такая сторона не очень приятная. Не знаю, мне кажется, они ушли очень далеко и назад, поэтому у них сложная ситуация, и мне кажется, сейчас пожелать им что-то даже очень сложно. А как бы вот так же, если бы у вас были полномочия, что бы вы делали, да, со стороны России, например, чтобы эту ситуацию выправить? Ну вот как конкретику вот сейчас узнать? Что вы знаете, я не политик, я всего лишь как бы артист, поэтому мне очень сложно судить как бы эту всю ситуацию. И очень сложно вообще говорить про эту ситуацию. Я все-таки за то, чтобы все-таки наш начальник, наш президент Владимир Владимирович Путин разбирался с этим. И он, в принципе, справляется с этим. Я его очень сильно люблю. Я его фанатка, поэтому я верю в него, то, что он все сделает правильно и грамотно.